Всем привет, меня зовут Сергей. Сейчас едем 3 единицы в поле. Будем мотать сенаж. Сенаж будет с отавы. Сейчас отаву покажу. И будет две сравнительные у нас пленки. Значит, вот такая, как вверх ногами. Агрофлекс. Премиум. Поле какое-то. Вот такая, ну ладно, я ее найду в интернете, покажу. И вторая, коробки нет, тоже ее сейчас пока сюда заставку сделают. Вторая испанская, выдувная, которая там супер новая технология, агролендовская. Это значит холодная прокатка, это выдувная. Посмотрим, сравним их, как они будут мотать нахуй. Ну и заодно покажу, какая отава, какие эти. Как будет подборщик работать. Вот. Едем. Серега начал отаву поднимать. Вот такие волки. Сейчас покажу, как она лезет. Это сенаж подвяленная, то есть отава. Вот он ее обматывает сеткой. Рулон готов. Что-то не обрезало. Но это бывает. Сейчас еще посмотрим. Вот так он. Сыроватый получится силосно. А так вот подбирает он. Чисто. Вон отава, еще хрен знает сколько мотать. Но нам, в принципе, уже и ничего не надо. Это уже, чтобы поле не оставлять. Вот такую отаву. Волки, блин, больно хорошие. Вот такая она получается. Сейчас еще раз покажу, вот как он начинает. Он маленько плохо начинает. Формировать рулон с отавой. Ну, вот сейчас все нормально пошло. Большими партиями тоже прокладывают. Ага. Уже чувствуется по трактору, что почти готов рулон. Сетка плотная, ну, вот сейчас этот крайний рулон сниму. Предыдущий вроде обрезал нормально. Он стоял под дождем, дожди были, могла сетка эта намокнуть, и просто он, не хватало ему сил остановиться, проскальзывало. Сейчас вроде последний рулон обрезал нормально. Да, то есть тоже имейте в виду, что бывает и такое. Зиму оставили сетку, пришли весной, а он ее не обрезает. Вот все, сейчас обмотка по. Вот видно сверху вон, там ролик такой. Будет видно на видео, не будет? Не обрезал. Ну жалко, ладно. Это урок нам. Чуть-чуть он ее не обрезал.
Ладно, все, начинаем мотать. Пошли мы к обмотчику. Атавки вон подкинем Сереге. Такие вот. Это будет, скорее всего, силос. Сыровато. Значит, наш обмотчик Тосио, он 500-750, сейчас у нас стоит 750. Значит, брал я его Эмагра. Мотает у нас тут, блин, под 1000 рулонов обмотали. Сравниваем немецкую и испанскую. На, Игорь, подсоединяй. Значит, доработали мы стойку от звездочки. Натяжники меня спрашивали. Вот здесь стоят натяжники, то есть он регулируется, чтобы не сползал туда-сюда. Звездочка, цепь, удлинение в наборе. Дальше мы подсоединяем. Значит, открываем, подсоединяем. Угу. Подсоединяем и начинаем обматывать. Серег поехал дальше. Игорек уже рулон не приготовил. Мотаем испанской, выдувной. Да хрен с ним, Игорь, этот. Соединил. Значит, мотаю я два оборота, 750, то есть по 9-18 витков я делаю. На счетчиках здесь стоит 16-24. 24 оборота это 500. А 16 на 750. На 16 мы что-то смотрели, один оборот вроде как бы не перекрывает. Рулоны решили по обороту добавить. Так что делаем 18 оборотов. Сейчас Игорь закинет мне. Не надо, попробуем. Начнем крутить и посмотрим. Да, да. Сейчас я ему поверну, чтобы можно было положить. Так. Вот так, правильно, то есть в ту сторону он мотает. Ну, Игорек сейчас будет грузить меня. Для 80-ки, конечно, тяжеловато это все. Обмотчик, счетчик обмотки. Вот так это происходит из кабины. Thank you.
Зачем ты на два узла вяжешь? Давай иди последний замотай. Я посмотрю. Там счетчик что-то мозги парит. Бывает такое, земля неровная, встает, не встает. Выключил, включил. Испанская охренительная пленка, все вот так липнет. Лучше даже той немецкой. Немецкую мы не успеем, у нас всего 19 рулонов. Слабовато чуть подтянуть, она маленько слабенько ложится. Осталось 2 рулона, вышло 19 рулонов. Вот так это происходит. Испанская выдувная намного лучше, чем даже немецкая. Немецкая много было порывов по вдоль. А это нифига ничего. Я немецкую уже мотал, в этом видео, наверное, не покажу, но... Вот так вот. И она все прилипает как скотч. Здесь покажу, что это за агрострейч. Сейчас прицеплю. Сколько у нас получилось, не считал по количеству, но в прошлый раз немецкой мотали, было 28-32 рулона получалось с нее. Эту мы домотать не сможем, потому что у нас всего 19 рулонов. И вот крайний рулон, и мы фактически заканчиваем. Так что спрашивайте, пишите, где чего брал, тоже напишу. Пленка не очень дорогая, ну может она мне не очень дорого обошлась. Так напишу фирму, где брал. Вот Карина, то есть Московская область. Пришла буквально за один день она мне. Тверскую область, где этими деловыми линиями. Отправили все быстро. Работать
фирмой понравилось по сравнению с Аванпак, который пропадает и прислал не то, что там агрострейсича, а даже близко тому нету. Все-таки да, мятный вон у нас лежат там. Он был у Аванпака намного лучше. Сейчас у них полный отстой. Они агрострейч. Ладно, пишите комментарии, где, чего, как. Уже видео было о том, что самая большая моя ошибка, я ее сейчас исправляю. Это я заготовил очень мало сенажа. Сейчас очень много заготовил сена, лосы и сенажа, так что посмотрим, что будет зимой. Всем пока. Пишите. Все готовы ехать домой.